Одна тонна макулатуры – это 10 спасенных деревьев. Студентка Самарского университета Елена Зайцева с этими цифрами знакома, поэтому бумагу не выбрасывает, а сдает на переработку. Говорит, важно каждому человеку понимать, что можно избежать загрязнения природы, если сортировать мусор, а не выбрасывать его бездумно. Принесла сегодня со своими друзьями огромный пакет бумаги. Начали сортировать мусор год назад, когда я переехала из другого города. И у меня рядом с домом стоял контейнер для пластиковых бутылок. И вот мы начали с бутылок. На самом деле по городу очень много контейнеров, очень много точек, куда можно сдать и бумагу, и алюминиевые банки, и разные виды пластика. Все эти точки, они отмечены на карте специальной Recycle Map. И там можно посмотреть, куда можно какой вид отхода сдать. Акция «Неделя без бумаги» посвящена экологическому образованию и просвещению, осознанному и ответственному потреблению, бережному отношению к природным ресурсам. Она проводится в 10 регионах России. В Самаре проходит в формате открытых встреч, где каждый может задать вопрос и поделиться своим опытом в сфере реализации экологических проектов. Для гостей выступают экоактивисты, руководитель студенческого экологического объединения Самарского университета «Небо» Егор Кузеняткин и экотренер Анастасия Государева. Главная тема – жизнь без отходов. Самое важное в жизни без отходов – это предотвращать их в принципе образование, то есть стараться пользоваться многоразовыми альтернативами, отказаться от одноразовой посуды, от этих бесплатных пластиковых мешочков, полиэтиленовых на кассе, пользоваться своей многоразовой бутылочкой для воды, это вот самое такое минимальное. Появилось приложение в Самаре, в ТОРПлюс, когда можно просто вызвать, дома сортируешь отходы, через приложение вызываешь эко-такси, это бесплатно, он приезжает и забирает вторсырье, которое по определенным правилам подготовлено. Организатором встреч является Самарский дом молодежи при поддержке Центра современных инициатив «Стрелка Холл». Мы даже, наверное, долго не думали, сразу согласились, потому что в Самаре мы уже видим, что задается такой тренд немножко, когда все занимаются экологией, всем это становится интересно, все больше участников на таких мероприятиях. И поэтому для нас это очень важно, как аспект развития молодежи. Всю собранную макулатуру сдадут на утилизацию, а полученные деньги направят в фонд помощи животным в приютах. Самые активные участники сбора будут отмечены ценными призами. Позитивный экологический след может оставить любой желающий. Для этого нужно сортировать мусор и сдавать его в специальные пункты приема. Елена Малютина, Константин Головин. События.